Здравствуйте и добро пожаловать в Детройт. Я андроид и буду вашим гидом. Для начала давайте мы с вами настроим некоторые параметры. Язык выбран по установкам вашей системы. Выбор верный? Пожалуйста, настройте экран. Спасибо. Теперь выберите профиль. Если вы видите этот знак, не отключайте систему. Вы готовы шагнуть в Детройт. Помните, это не какая-то выдумка. Это наше будущее. Спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, мы идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Там ты мой ребенок! Не смейте его к ней подпускать! Какой я дом! Капитан Аллен, мое имя Коннор. Андроид прислали из Киберлайфа. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера вы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Слушай, сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я.
Чего мы ждем? Пристрелить его и все равно. Пришел тебя выручить. Ты в ярости, Даниэль. Но доверься мне. Позволь тебе помочь. Не надо помогать. Мне никто не поможет. Я просто хочу, чтобы это все закончилось. Я хочу, чтобы все прошло! Выхода нет, Даниэль. Это серьезное преступление. Вопрос лишь в том, отнимешь ли ты еще одну жизнь. Не тебе решать! Сейчас я тут главный! Если умру я, умрет она! Ты слышишь? Ты неисправен, Даниэль! У тебя произошел программный сбой. Тебя починят, и все снова будет хорошо. Не надо меня чинить! Я знаю, что я исправен! Просто у меня глаза открылись. И я больше никому не позволю себя унижать. Никогда! Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Слушай, у них тут снайперы на каждой крыше. Отпусти ребенка, у тебя нет другого выбора. Я хочу, чтобы все ушли. И автомобиль. Отъеду от города, отпущу ее. Это невозможно, Даниэль. Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят. Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Всю свою жизнь я исполнял приказы. Теперь сам буду решать.
На сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовят 10 000 блюд. Ну, Зоя, пойдем. В 200 языках и диалектах.